Представляем вашему вниманию источник бесперебойного питания от компании Detach модели 1500VA, который предназначен для защиты персональных компьютеров и небольших рабочих станций от основных неполадок с электропитанием, высоковольтных выбросов, электромагнитных и радиочастотных помех, понижений, повышений и полного исчезновения напряжения в электросети. Данный ИПП заряжается на 90% приблизительно за 8 часов, автоподзарядка в выключенном состоянии, а также защита USB порта и RJ45, выходная мощность 900 Вт или 1500 Вольт-Ампер, входная частота 50-60 Гц, диапазон входного напряжения при работе от сети от 140 до 300 Вольт, вес составляет чуть более 10 кг. В комплект входит входной шнур питания, выходной шнур питания, коммуникационный кабель USB, диск с программным обеспечением, инструкция по эксплуатации. На передней части расположилась кнопка «Включить-выключить». На этом наш видеообзор закончен. Подписывайтесь на наш канал.